Вы знаете, вот в этом случае, да, я их полностью в полном объеме поддерживаю, и как депутат, и я считаю, что мои коллеги из фракции тоже поддержат их. Почему? Потому что вот такие мультфильмы, которые показывают, их в первую очередь кто смотрит? Их смотрят дети. А то есть психологические составляющие, то, что заходит ребенку в головной мозг, это, извините меня, я считаю, это полное кощунство. Да? За такой мультфильм, если бы такой мультфильм показывался где-то в Европе, я уверен, что и телеканал бы, извините меня, закрыли бы. И всех, кто принимал участие в этом мультике бы, начиная от режиссера и кончая того человека, кто снимал, всех бы посадили бы в тюрьму. Понимаете? Я считаю, что для граждан России показывать такой мультик, да, где, извините меня, будем говорить, жесткой форме показывают нашу власть, где показывают вандализм, где показывают, извините меня, разврат и все остальное, это кощунство. Понимаете? Мультики, вот вспомните наше советское время, да, раньше не показывали никакого разврата, никакой, извините меня, эпохи того, что можно было бы как-то посмотреть, что власть плохая. Этого не было. Им жили все хорошо. Я считаю, что вот мультфильмы для детей, они должны оставаться мультфильмами для детей. Мультфильмы для взрослых, ну это понятие такое обширное, понимаете. Если они ссылаются, что это смотрят взрослые, то извините меня, тогда делайте какой-то закрытый, закодированный канал, который взрослый может после 12:00 посмотреть, когда все дети спят. Понимаете? Мы, например, никогда не позволим, чтобы наше общество развращали и превращали нашу молодежь, извините меня, в ту молодежь, которая проживает на Западе.